Здравствуйте, игрушки от компании Smoby. Sorcerer, артикул 211-404. Поставляется вот в таком красочном открытом шоу-боксе. Стороны все равны. 24 сантиметра с каждой. Давайте откроем его, посмотрим. Итак, мы распаковали наш сортер. В комплектации шел сам непосредственно домик. 4 фигурки. 4 ключика. Верхняя ручка. 4 насадки на крышу 4 цветов. И также Smoby книжечка с представлением их продукции. Данная игрушка предназначена для развития мелкомоторики у малыша. Смотрим следующее. Идут, как говорили, насадки на крышу. Под каждую фигурку треугольник, зеленая насадочка треугольник. Также зеленая дверь попадает. Следующий рассмотрим пример. Оранжевая насадка, оранжевая дверь. Ну, что позволяет запомнить цвета малышу. Также под каждую дверь, как говорит, ключик. Под зеленую идет зеленый ключик. Поворачиваем. Дверца открывается. Берем зелененького человечка. Он основание треугольник. Так, только подходит под треугольник. Опускаем, падает. Также напротив двери такой же треугольник. Проваливается. Так аналогично с каждой дверцей. Желтый. Закрыли. Открыли. Достали. Также в наборе шла ручка переноска, которая вставляется сверху до щелчка. И можно сортер переносить. Также внутри домика присутствуют специальные отсеки для наших зверюшек. Тоже под каждую свой разъем. Итак, хочется отметить, что игрушка сделана из высококачественного пластика и станет отличным подарком вашему малышу. Спасибо за внимание. До свидания.